Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Пенумбру, Черная чума. И не заметил совсем чуть-чуть, прям у книжек валялось, прикиньте, у книжек. Ну, что тут сказать, слепой. И давайте добавляем последний ингредиент. Тут написано. Филипп, пожалуйста, не надо меня убивать. У тебя ничего не получится. Да у тебя просто мозгов не хватит. Давай, давай, ты жрущая тварь. Да не так далеко ушел от амебы, как тебе кажется. Нижняя кнопка набирается, самая правая кнопка. Вот видишь, я же знал, что ты этого не сделаешь. Так что теперь командую тут я. Поехали. Так, после успешного смешения носителю вируса можно до трех. Так, самое. А чё нажимать-то, как бы это понятно. Обратную нумерацию. Это 4, да? В смысле? 1, 2, 3. А последовательность здесь какая? Нет, а так. По умолчанию они будут установлены в аппарат автоматически, их надо будет вливать в любом порядке. Вещество нужно вставлять в ячейку контейнера. Очень важно, чтобы рентгены так были. Запомните, что в результате заводского брака нижний ряд кнопок имеет обратную нумерацию. Самая правая кнопка означает 4. Так, а где здесь подсказка есть? А что делать? Так, список дел. Его нету. Построены. Так, эксперименты. Так. Исследование вируса Тургайн. Вот он. Так. Самая важная добавка — это вещество 65. До этого у меня доступ был только к 12... Работали с разной степенью успеха. Так оно было незадолго. А какая последовательность? Я просто не помню. Самое. Ну, получается, это 4. Где подсказка, пожалуйста, дайте. Просто что-то я не врубаю, в каком последовательности должно все это быть. Из-за брака нижняя, так. Блин,
А какая последовательность? Здесь же просто не пишут нормально. Запомните. Так, в правильном порядке. Очень важно, что... Ну... Как бы это-то понятно. Самая правая кнопка означает 4. А что это мне дает, я так и не понял. Мысли. Мысли. Я могу, конечно, до компьютера того сбегать, и может там что-то написано насчет этого. Просто реально. Это же бред какой-то. Так, вон там компьютер был. Приятный так. В смысле, а какая последовательность? Я понимаю, что 4. Самая правая кнопка означает 4. Как бы это ладно, понятно. А какая нумерация? Да вообще не врубаюсь. Так, это не надо. Так. Блин, ну серьезно? Просто сейчас укатывать? Это бред. Анатомия человека. Вокруг головы очень много всяких пометок. Прочитать сможет только одно. Возможно, место входа. И от нее стрелок. Блин, а какая последовательность реально? Блин. Пожалуйста, видите порядок мешания. Я даже не знаю, какие тут кнопки, ну вот как бы за что отвечают. Так, короче, не стал париться, загуглил.
Я так и не понял, как работает эта система. Теперь вводим. Что за фигня? Я надеюсь, как бы сейчас тебя не будет в моей голове. Наконец-то. Наконец-то. И Экса уже введена. Получается, я больше не буду видеть тех людей. Так, хорошо, понимаю вас. Отличное тело. И оно мое. Иди отсюда! Кто из них со мной разговаривал? Где я? Спроси, что полегче. Не надо тревожиться. Мы в твоем сознании, человек. Если ты знаешь себя, тебе нет чего бояться. Я могу потерять все. Один пришел первым. Человек. А, я с Тургеитом говорю. Он не был сильный. Род людей вместе сильнее даже, чем я. Но человек один слабый. Но твою цену я знаю, человек, и я подчиняюсь тебе. Благодарю, а на колени ты станешь? Однако следует продолжить твои испытания, хотя я... В смысле? А, ну да, у нас еще впереди. Еще одна часть, и некрология. Ну, некрология это фанатский, по-моему, мод. Ну, посмотрим. И каждый тянет в свою сторону. Угу. Мне все направлено в одну сторону. Только поэтому я помогаю тем, кто нарушил мой покой. Я проверю твои реакции, человек. Я проверю, к чему ты движешься. А тогда ты получишь свои ответы. И если захочешь, отомстишь. Я так вот не понимаю, кому там надо отомстить, что, зачем. Я так и до сих пор не знаю. Сейчас мне вот сказали, а кому отомщать? Тот, который в голове был, да и вы же его, по-моему, разобрались. Так пауков сюда давайте, не надо.
Оу. Я не буду смотреть, как род людей уничтожает тебя. Во мне больше жалости. И чё, ты меня так каждый раз будешь перекидывать? После каждого испытания? Так зачем? Перекинь сразу в другое испытание. Я что-то не то сделал, наверное, да? Так, давайте логично подумаем, куда нам. Крышка тяжело не поднять. Там какой-то рычаг. Вообще пока не врубаюсь. Чё? Я не буду смотреть, как род людей уничтожает тебя. Во мне больше жалости. Вот повторяться, хорош. А, все уже не открыть, да? А, нет, смотри, открывает. Здравствуйте. Эй! Эй, я здесь! Передай мне эту трубку! Я вытащу нас обоих! Давай, у нас нет времени! Готово, стой здесь. Я вернусь. Ага, конечно, я так и верю. Выручил, приятель. Будь здоров. Интересно, интересно. Работать вместе. Единственное спасение. Я, ну да. Действую. Но не всегда. Одно целое, хотя, но все равно, я, да. Многое. Спасибо тебе, человек. Да, всегда, пожалуйста. А что я сделал? Ну ладно. Что я сделал? Сказал, как надо работать сообща.
Так, ну давайте сюда. Просто так эта дверка тут. Дверь слабовата, но сомневаюсь, что я смогу пробить ее сам, да? Я вообще не понимаю, о чем ты там. Ну смотрите, он, по-моему, на меня не нападает. Род людей порочен. Я знаю это. Я понял, палиться нельзя. Нельзя, чтобы меня обнаружили. Потому что в прошлый раз же я его убил и ничего. В смысле? Его вообще нельзя убивать? Ладно. Род людей порочит. Походу надо его обойти. Почему тогда я его смог убить, и он мне ничего об этом не сказал? Зачем ты это доказываешь еще и снова? Да, я понимаю, Тургейт хочет обмануть. Вот сюда я, Саска, не ходил. Так, и вот здесь как раз надо сникаться. Походу этот Тургайн не сразу заметил в первый раз, что я убил его, ну, друга, скажем так. Мораль я понял.
такое странное чувство, я будто все знаю, я будто часть чего-то большого. Именно с своими силами мне не открыть. А это куда? Ну, можно взять с собой, почему бы и нет. Эта бедняга угодила в ловушку, скорее всего. Ловушка сломана, так что надо пройти. Надо... Там показано, не надо ставить. Ну ладно. Я понял. Я один, но мое число без предела. Походу сейчас придется переигрывать. Чтобы справиться с этим, мне нужно подумать. Ну, вообще, что тут думать-то? Чё? Я один, но мое число без предельно. А чё опять-то случилось? Не, чё-то как-то... В смысле? Я один, но мое число беспредельно. А что я упускаю, вот честно скажите? Может, надо еще к двери подойти? Тяжело каменно своими силами не открыть. В смысле? Я один, но... Так, подожди-ка, загрузка. Здесь должно быть 11. Давайте попробуем вот это посмотреть. Если нет, то на 28 минуту загружусь. Вообще не понимаю прикола. На дверь. Может, так лучше идти?
повел на ловушку. Еще одна ловушка, и как ее обойти, сейчас пока без понятия. Вновь 28-я минута загружается. Первая дверь. Как-то странно он тут кричал все это время. Так, надо протащить. Можно это пропустить? Так, сейчас за другим. Так, один камень сюда. Берем. Блин, и как теперь эту фигню-то поднять? Воронка весит больше меня. Так, надо подумать, что делать.
но мое число беспредельно. Я не понимаю сути. Понял. Это место, возможно, может отключить ловушки. Теперь я понял. Так, а где тут 28-я минута? Давайте-ка... Что делает данный рычаг? Подожди-ка, кажется, я понял суть. Не могу сказать на все 100, но кажется, я понял. Понимаю. Надо все делать очень быстро.
почему-то мне кажется, что за той дверью кто-то есть, и что я как-то связан с этим человеком, будто мы с ним одно и то же. Так, и что теперь? Просто пожертвовать собой, что ли? Сейчас по-другому здесь все. А, этот человек, я и есть. Вот почему. Это я мертвый. Я пожертвовал тобой, чтобы другой человек жил. В то же время я тот другой, кажется. Попробуем. Все понятно. Надо было только подумать хорошенько. Все хорошо, человек. Создание, как ты, себялюбие было бы смертельное. Ты показал, что можешь мыслить выше, чем ты сам. По этой причине я открою тебе то, что я открыл для Гопарда. Давай. И что же ты открыл для него? Много миллионов лет давно я пришел в это место. Пока род людей не встал на ноги. Потом шло время, и здесь тоже пришел род людей. Он нашел на меня, ну да, было, имя. Демон. Дух. Турнгайд. Мы жили много лет в гармонии. Я во сне внутри того, кого вы зовете инфицированный. А они получали от меня знания и защиту. Но род людей изменился, и я бежал. Так в вас много силы. Много вопросов, но нет разума, чтобы ответить на них. Любопытно. Человек растет. О, помню. Хочет образовать единое общество, но тогда он становится сильно опасным. Сильно злым. Помню место. Без направления для его гнева, кроме самого человека и его мира. Затем меня отыскали. Блин, знакомо, но это, по-моему, первая часть тоже была. Создал это место, чтобы разыскать. Помню, меня, было в первой части, по-моему. А нет, по-моему, в самом начале было. Меня. В этой части. Они решили открыть мое место покоя. Они хотели. Да, это было совсем недавно. Я не знаю, как защищаться, но я могу нападать. Я не варвар, и я не захватчик. Напал человек.
Но ты человек другой. Ты доказывал это, и теперь я прошу за твою милость. Не дай мне исчезнуть из-за твоей расы. Она точно уничтожит меня. Эти пришли сюда за инуитами, а ты пришел за ними. Инуит? Инуитами? Чего? Еще. А что это такое? Ты скажешь им. Ты уничтожишь любой след этого места, так, чтобы никакой человек не нашел меня заново. Ты да, уничтожу, почему бы и нет. Это для меня. Да, да, почему бы и нет. Мне это место поднадоело. Новое письмо создать. Мне от тебя кое-что нужно. Возможно, ты не поймешь этого. Возможно, не... Чего? А куда все делось? Не знаю, что делать. Надо подумать. А что? Еще рано, надо подумать. Так. Так, где последнее сохранение было у нас, если что? А что еще думать? Где-то что-то валяется. То, что мне поможет в дальнейшем году прохождении. Да? Рано надо подумать. Еще рано надо подумать, в смысле? А над чем тут думать? Что означают все эти записки? Так, а, вот теперь можно. Ну, спросила. Ты сделаешь это для меня? И я пообещал Тургейту, что найду кого-нибудь, кому можно доверять, и то, что они уничтожат все, что указывает на это место, как я и хотел, мой отец. Однако я не повторю его ошибок. Надеюсь, ты... Теперь ты понимаешь, почему я здесь. Понимаешь всю важность моих слов. Ты должен сделать то, чего я сделать не смог. Тургейт прав, мои люди. Очень опасное безголовое стадо. Но по отдельности каждый из нас умен. Сотрудники Мауника хотели найти и подчинить себе Тургейта. И он обратился ко мне за помощью. Тургейт ставил на мне эксперименты. Я танцевал под его шароманку, как обезьянка, за которую меня тут и держали. Но я не обезьянка. Тургейт был прав. Я совсем не похож на него. Я обещал отправить тебе это письмо
Обещал, что прошу тебя... Блин. Если нам повезет к тому времени, как ты прочтешь это, я буду уже мертв. А если не повезет, то сгинем мы все. Координаты северо-западной шахты. Север... Блин, ну... Я не особо разбираюсь в этом. Убей их всех, убей их всех. В координатах не особо разбираюсь. Конец. Ну да, сколько потребовалось? 4,5 часа. Ну, для такой игры нормально. Использовано артефактов сохранения 12. Найдено улик 19 из 20. Ну и статуэток мы нашли только 3. Вообще мы по логике больше нашли, но каждый раз я загружался и как бы так. Найдено записи. Одну запись где-то не нашел. Это ладно. Как бы так. Ну, эта часть будет поинтереснее, чем первая часть. И что мне нравится, убрали сумасшедшую боевую систему. Ее могли бы переработать, но раз убрали, значит, не смогли изменить ее. И я считаю это правильным подходом, что ее полностью убрали, потому что она мешала просто в первой части. Да, может, она там нужна была, может, они экспериментировали с этим, но она была ужасная просто в первой части. Очень ужасной. Здесь же, видно, постарались, каких-то монстров добавили. Конечно, по-моему, этот монстр был еще в конце первой части, но нам там не дали его осмотреть, потому что он был в темноте. Был виден только его силуэт. А здесь полностью показали нам и какую-то неземную, скажем, цивилизацию. Что как бы так. Но эта часть мне больше понравилась, чем первая. Посмотрим, что предложит нам следующий, третий, скажем так, эпизод. Надо будет посмотреть, как он там называется, не помню. Но увидимся мы, конечно же, там. Так что, если кто не играл, рекомендую. Хоррор очень хороший. Душевный, так скажем так. Как бы так. Ну ладно. Я благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.